здесь у меня на завершение этого маршрута я показываю два антагониста. Их здесь два, но я вам покажу только один. Это вот, вы видели двор. Классический, одесский, дворик и замечательные люди. Сами по себе такие. А теперь становитесь другом. Вот чуть-чуть пройдите сюда. И посмотрите, пожалуйста, с этой стороны подпорные стены сохранившиеся. Вот то, о чем я вам когда-то и рассказывал. Но балки идут вот так, а она стоит перпендикулярно. Просто дело в том, что здесь идет излучина, и вот чтобы вот эта середина между балками тоже не просыпалась, тоже была укреплена. Вот она тоже конец 18-го, начало 19 века остатки. И вот посмотрите, что там будет. Нервировать больше никого не будет, пойдем. Да, все, я вспомнил точно после.